Строительство пятиэтажного жилого дома ведется в рамках реализации инвестиционной программы. На сегодняшний день на объекте работают около 70 человек. Проблем с финансированием нет. Все работы идут по графику. На месте многоквартирного дома 118 по улице Героев, пострадавшего в августе 2008 года, активно продолжается строительство нового корпуса. Строители приступили к возведению четвертого этажа. Параллельно ведутся и отделочные работы. Параллельно идут и отделочные работы, штукатурка первого этажа, подвального этажа. И, как видите, установка стоит, стяжки первого этажа тоже параллельно идут. Погода, в принципе, позволяет сейчас. Ветреную погоду, конечно, тяжеловато работать, не дает кранам работать, но стараемся. Георгий Маргиев отметил, что строительство жилого дома началось в феврале текущего года, но из-за пандемии пришлось приостановить работы на 3 месяца. Строители работают и в выходные дни, чтобы до Нового года успеть перекрыть и четвертый этаж. Дальше уже с января месяца, значит, в феврале мы должны закончить кирпичную кладку. В марте месяце предусматривается уже перекрытие кровля, то бишь крыша, кровля. И отделочные работы будут идти параллельно. На объекте работают как местные, так и приглашенные специалисты. К примеру, каменщики. Было отмечено, что рады были бы принять местных каменщиков, но не могут найти специалистов в этой области. Увеличивать контингент рабочих будут по отделочным работам. А пока такой надобности не наблюдается. Это будут и плиточники, и маляры. Все виды работ, отделочных работ будем стараться всегда. Мы рады, наоборот, нам даже лучше привлечь местные кадры, чем везти с севера. Это дополнительные расходы, нам, естественно, лучше местных. Ну, по возможности. Сначала местных, потом будем привлекать уже дальше других. Многоэтажный жилой дом будет сдан в эксплуатацию в ноябре следующего года. Жильцы этого корпуса временно заселены в жилой дом в микрорайон Царс. Но по завершению строительства они смогут вернуться на прежнее место. Алена Утаева, Азамат Кудзиев, Зарима Арсоева. Информационный выпуск сегодня.